Всем привет, с вами Владислав. Сегодня я решил в проруби побыть. Сегодня у нас очень тепло. Сегодня обещали плюс 13, но сейчас всего плюс 10 где-то на улице. Сейчас уже вечер. Вот такая погода. Сегодня 5 марта. Очень тепло сегодня, весна пришла. Я вот каких-то 2 часа потратил свои на какой-то проруб. В общем, так. Я брал с собой топор, делал проруб. В общем, я уже, надеюсь, подготовленный. В общем, сейчас я вам покажу, как я это все делал. Толщина льда где-то 15 сантиметров. Сейчас я вот вам покажу. Ожидайте. Ну что, идем смотрим. Ветер очень большой, видите. Надеюсь, опять ничего не будет слышно. Надеюсь, я нормально говорю. Вот у такой проруб, гляньте. Отлично, да? Очень большой ветер. Это я вот сам делал. Я потратил всего 2 часа времени. Сейчас я покажу вам лед. Вот я сколько льда выкинул, увидели. Это я все делал сам. Сейчас я вот хотел воду проверить, примерно сколько градусов. Сейчас мы проверим воду. Здесь надо аккуратно, чтобы камеру не уронить. Проверяем. Опасно уронить телефон. Сверху я вот всовывал. Кажись, не видно против солнца нифига. Против солнца я снимаю. Сейчас пошлите в другое место. Вот здесь нормально видно. Вот я в турть. Еле-еле отпустил. Вон, увидели? Ветер очень большой, как я вам говорил. Вот. 1,7. Вот я его полностью отпустил. Смотрите, градусник. Это что-то вообще странно. Там вода вообще теплее. Может, так и есть. 6 градусов всего. Офигеть. В общем, я сегодня буду в проруби купаться и делать плавание. В общем, гляньте, я отпустил градусник. Увидели куда? 6,5. Вот я его поднимаю. Сверху вода холоднее. Увидели все, да? Сейчас посмотрим еще последний раз. Вот такая температура, 1,7. Идем. Да, очень большой ветер. Сейчас мы его положим. Сейчас я вам природу чуть-чуть покажу. Вот такая природа. Красивая природа, да? В общем, то вот такие дела. В общем, ожидайте. Сейчас я попробую. Вот такой проруб, гляньте. Отличный. Это я все делал. Да, реально большой ветер. Ожидайте.
Да, очень сильный ветер. Достаточно. Тапочки ж можно вот и здесь оставить. Пускай лежат. Но мы будем сейчас пробовать. Как будто баню. Надеюсь, вам видно.
вот такие поныряем. Да, весна натуральная пришла. Сегодня очень тепло. Мне погода понравилась. Я вот что делал, сколько, да, прорывал. Shot through my heart, such a fool boy, how you spin me down.
Саня, я на нем. Будем вылазить. Thank you.